Центр города, 3 часа дня, Соликамск живет обычной жизнью. Но каково удивление прохожих, когда сначала с разных сторон стали подтягиваться группы молодых людей, а после выстраиваться в 2 шеренги. Впрочем, ответы на все вопросы были найдены всего через пару минут. Начали! И понеслась. Озорные улыбки, радостные, беззаботные лица. Водные забавы в самом сердце города продолжались 7 минут. За это время были использованы десятки литров воды. Никаких глобальных целей организаторы флешмоба не ставили. У нас выдалось жаркое лето, мы каждый год проводим День Нептуна. Людям это очень нравится, мы решили в этом году провести его еще раз. Июль выдался очень жарким, детям нравится. Пришли на водные забавы и юные гимнастки, воспитанницы тренера Екатерины Деминой. Им это мероприятие было вдвойне в радость. После тренировки у нас должен быть отдых, мы решили вместо отдыха прийти сюда. Кажется, дети, вода, это лето, жара, очень хорошо, положительно. Вот. Флешмоб не продлился и 10 минут, но зарядил положительными эмоциями участников минимум до вечера. Кстати, после себя ребята оставили чистоту и порядок, а вот вода высохла всего через 5 минут. Алексей Запутряев, Дмитрий Солдатов, телекомпания Соль ТВ.